Вести Кабардино-Балкария продолжает цикл материалов, приуроченных к 70-летию Великой Победы. Герой нашего сегодняшнего сюжета – Махмуд Кучуков из Каменки. Ветеран войны, педагогического труда и отличник просвещения. Был призван на фронт, когда ему едва исполнилось 18 лет. О подвигах многолетней давности расскажет Асият Бетуганова. Ветеран войны и педагогического труда, отличник просвещения СССР Махмуд Кучуков был призван в ряды советской армии в октябре 41-го. Было ему 18 лет. С того момента у юноши началась совершенно другая жизнь, фронтовая. Направили в Харьковскую область, Сосновый Бор называлось. Это место, там населенных пунктов не было в этом районе. Артиллерийскую часть. Ну, мы фактически артиллерию не знали. Пришлось там на ходу учиться. В феврале 42-го в одном из ожесточенных боев был ранен. Восстанавливался в Баку, а после был зачислен в 29-й артиллерийский полк, который дислоцировался в городе Казах в Азербайджане. После трехмесячного обучения в полковой школе уже сам готовил будущих артиллеристов. Я стал учителем, в общем. Я окончил училище педагогическое. Может быть, поэтому оставили еще в этой школе. Один выпуск сделали, это в августе, по-моему, в августе было. И второй выпуск приняли, и потом это училище расформировали. Всех нас направили на фронт. В составе 7-й артиллерийской дивизии участвовал в освобождении Ростова и Сталинграда, воевал на Украине и в Карелии, с боями побывал в Румынии и Венгрии. Родина отметила боевые заслуги Кучукова орденами Красной Звезды, Отечественной войны 1-й и 2-й степеней. Война для старшего сержанта закончилась неподалеку от Вены. После демобилизации и возвращения домой в 47-м Кучуков узнал о депортации балкарского народа. Здесь сказали... С фронтовиками не знаем, что делать. Если есть специальность, работайте. Если поступит какое-то постановление, скажем. Но я как на учителя учился в школе, в Завикове начал работать здесь. Это 47-48 учебный год. Второй учебный год Кучуков завершить не успел. В 48-м депортировали в Киргизию. В небольшом селе Высоккульской области проработал учителем русского языка и литературы 9 лет. Там же создал семью. Преподавательскую деятельность продолжил и по возвращении на родину уже в 57-м. Трудовой стаж Махмуда Кучукова более полувека. Сегодня он один из самых уважаемых жителей Каменки и наставник молодых педагогов. Асият Бетуганова, Эдуард Ногмов, Вести Кабардино-Балкария.